Не кипяток, а крысы беспокоят жильцов домов рядом со стройкой путепровода в Чистые пруды. Активность крупных грызунов возросла после расселения части зданий в зоне застройки. Об этом рассказали местные жители начальнику городского управления строительства Сергею Стяжкину. А он, в свою очередь, доложил о проблеме главе администрации. Александр Перескоков поручил в течение этой недели организовать мероприятие по дератизации, то есть уничтожению крыс на территории жилого сектора возле путепровода.